Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вас ждет очередная распаковка с Али. Ну что, поехали? Распаковываем нашу первую посылочку. И что же у нас там? Давайте будем смотреть. Так, это у нас здесь Mi Band 6. Первое, что должны мы помнить, это как отличить оригинал от аналога. Оригинальные Mi Band в матовой упаковке. В верхнем правом углу оранжевый значок Mi. У аналога написано M6. Более подробную распаковочку Mi Band мы с вами делали в прошлом видео. Одни Mi Band 6 я разыграю через месяц. Подробнее будет в описании. Только внимание, розыгрыш будет только для жителей Украины. В другие страны, к сожалению, я не отправляю. Все, что от вас нужно, это лайк, подписка и оставить комментарий. Победитель будет определен через рандомайзер. Что у нас здесь? Это коробочка. Что здесь? Пока еще сама не знаю. Будем открывать, смотреть. Приятный на ощупь, похожий на замш мешочек. Смотрим, что у нас там внутри. Металлический корпус. Нажимаем кнопочку, и что мы видим внутри? Это набор прецизионных магнитных отверток. Неплохой набор. Хотя ассортимент бит не очень большой. Есть небольшое отделение, куда можно положить дополнительные биты. Пинцет, конечно, бы я сделала бы тоже такой в цвет бит, темненький, потому что светлый он какой-то для меня как слишком маркий. Корпус выше всяких похвал. Вот крутой. Брала мужу для того, чтобы вот такой был компактный, на видном месте и очень выглядел эстетично. Вот видите, да, как бы биты не выпадают, они на магнитах. В целом наборчик понравился. Вот выглядит он круто. Нажали и все. Так, что у нас дальше? Ох, как запечатали. Мотаем, мотаем. Так. Угу. Коробочка. Это еще один наборчик прецизионных отверток. О, здесь бит уже побольше. Послужат они для ремонта мобильных телефонов, компьютеров, часов, игрушек и так далее, где есть мелкие вот шурупчики. Вот видите, уже пинцетик темненький. Так, что-то у меня не получается назад вставить. Что-то пошло не так. Так, в комплекте у нас идут, вот видите, тоже биты у нас магнитные, на магните. Видите, раз и притягивается.
В комплекте отвертка, пинцет и 48 разных бит. Так, что-то у меня с этим пинцетом не сложилось. Тоже принцип тот же. Еще не той стороной. Принцип тот же. Кнопочку нажали, закрылась. Кнопочку нажали. Ой, пенал. Что-то уже побольше, видимо, не одна посылочка. Так. Две. Добротно что-то запечатано. Не пожалели пупырки. И скотча тоже. Вау, еще одна коробочка. Это еще один набор отверток. Какой-то сегодня день распаковок отверточек. Тот же самый принцип. Кнопочка нажали. Ух ты, какой красивый наборчик. Тоже принцип тот же, на магнитике. Вот видите, ничего не вываливается. Удобненько. Видите, они очень простые в эксплуатации, долговечные и портативные. Они могут использоваться в очень широком большинстве бытовых электрических приборов, ремонта телефонов, компьютеров и так далее. Что у нас здесь? Это умная IP-камера от Xiaomi. Классная камера, высокая мощность, улучшенная функция ночного видения, поддержка, есть поддержка замедленной фотографии и еще такая функция, как подключение к телефону без интернета. Поддержка зарядки от внешнего аккумулятора. Здесь у нас два меш-небулайзера, по-другому еще можно их назвать ингаляторы. В комплекте идет атомайзер, вот этот вот корпус, две масочки, взрослая, детская, и один штук для распыления, вот, чтобы дышать ртом. Еще USB-шнур и руководство пользователя, только правда на английском языке. Так, что у нас здесь? Это у нас переходничок. Роутер AX18200. Сам роутер идет, вот видите, простая коробочка.
Она немного больше, чем сам роутер. Вот поэтому при транспортировке очень маловероятны повреждения его. На упаковочке и внутри инструкция, все написано на китайском языке. Из потенциально полезного это там ссылки на фирменные приложения, MAC-адрес и серийный номер. В комплект входит блок питания, сетевой патч-код и листовка инструкция. Давайте смотреть сам какой у нас роутер. Видите, он намного меньше, чем коробка. Вот у нас блочок. И вот инструкция. Вот для чего был нужен переходничок. Так вот, наши обычные розеточки все подходит. Скрываем эту волшебную упаковочку, чтобы посмотреть, как выглядит. Вот видите, как так порты здесь. Как на картинке. Что в коробке, то и на коробке. Ну и можно подключать к сети. Вот этот вот проводочек порты, вот видите, так. И еще дополнительная информация. Вот эти QR-коды еще. Спасибо всем за просмотр. Не забываем о конкурсе и до новых распаковок.